Ну а в Ридере пострадавшие от пожара в мае этого года уже обживают новые дома. Их заселили в просторное теплое жилье со всеми удобствами. Строители торопились успеть до первых холодов, они в регионе наступают рано. Первые новоселы обрели кров уже в середине июля. Как обосновались погорельцы, узнавали наши корреспонденты. Анна Федорова с детства приучена к труду. В новом гнездышке она первым делом хлопочет о запасах на зиму. В холодильнике у пенсионерки каких только солений не наготовлено. А все потому, что в новом доме есть свет, горячая вода и специально утепленные полы. Новый дом очень мне понравился. Сухой, теплый, светлый. Здание просторное. Ветер не выдувает, потому что сайдинг вокруг все это... Ну, добротное здание. Напомним, трагедия в Ридере произошла 10 мая. Тогда от страшного пожара сгорело 32 дома. Буквально через несколько дней было принято решение обеспечить погорельцев новым жильем. Подрядчики торопились, ведь нужно было заселить пострадавших до осенних холодов. Дом тепленький, вода, напор хороший, как бы полы теплые. Я этому доволен, что не остались в поле и не остались без крыши, скажем. Помощь шла отовсюду. Спасибо нашему президенту. Новый микрорайон получил название «Ботаника». Он расположен в живописнейшем месте Ридера у подножия гор. Общая площадь одного дома – 80 квадратных метров. Это 3 комнаты, ванная и подсобка с автоматическим котлом на угле. Удобство ничем не хуже, чем в городе. В дальнейшем, если будут нарекания, какие-то замечания, подрядчик обязан в течение года устранять эти все замечания, которые будут поступать от жителей. Так мы построили дома все согласно с проектно-сметной документации. Качество очень хорошее домов. Люди постепенно забывают о трагедии. У многих сейчас приятные хлопоты. Семьи занимаются обустройством нового жилья. В следующем году здесь планируют построить еще 10 домов для многодетных. Айжан Утева, Атамекен Бизнес, Восточно-Казахстанская область.